прямо сейчас я хочу пригласить на нашу народную сцену народного артиста России Александра Домогарова с песней «Темная ночь». Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. И теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится, ничего не случится, ничего не случится. И ваш папа любил эту песню. Отец любил и эту песню, отец любил Бернеса, отец любил все старые песни, которые пел Марк Наумыч.
Да, вот мы видим сейчас вас, принимающего участие в акции «Бессмертный полк», фотография вашего папы Юрия Львовича. Ну а вы как 9 мая сейчас встречаете? Я езжу к родителям на Преображенское кладбище, правда. Но это всегда, это было с мамой, когда папа ушел, мы всегда с мамой 9 мая, это всегда, это все привести в порядок. Не потому, что мы там один раз в год бывали, нет, мы бывали. Но 9 мая просто это закон. Закон. А сейчас папа с мамой вместе, поэтому все 9 мая, вот уже скоро много-много-много лет. А это вы лежите, правильно? Лежу я, да. С какой любовью смотрит на вас. Рядом старший брат и отец. А я лежу, да, полосатый.